Подражатель. Vivo UX27 выглядит как Vivo V15 Pro. Смартфон Vivo UX27 еще не был официально анонсирован, однако его уже показали в каком-то китайском телевизионном шоу. Стоит отметить, что Vivo UX27 выглядит как представленный пару недель назад Vivo V15 Pro. У него очень похожая тройная основная камера, а также выдвижная фронтальная камера. Согласно данным, которые предоставил китайский регулятор ТНА, смартфон Vivo UX27 будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 710,8 ГБ оперативной памяти, а в основной камере будут установлены датчики изображения разрешением 48, 13,5 МБ. AMOLED-экран смартфона будет иметь диагональ 6,39 дюйма, под ним будет находиться встроенный дактилоскопический датчик. Емкость аккумулятора должна составить 4000 мАч.